Мы уже приехали в Киев. Сегодня на самолет. Мы сейчас в Дрово позавтракали. Я себе привела порядок. И еще немножко мы тут посидим, поедем в аэропорт, потому что у нас пересадка, долгий перелет. В общей сложности получится около 7 часов. И это очень долго, но я уже буду везде таскать с собой, поэтому я надеюсь, что вам это понравится. И давайте дальше. А еще сегодня у Гоши день рождения, поэтому мне надо его поздравить. И это надо не забыть сделать. Потому что я забуду. Вот. Поэтому, Лид, Гоша, если я забыла, тебя поздравить с днем рождения. С днем рождения. Я тебя люблю, целую. Всего тебе самого хорошего. Your good intentions are sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Поэтому нам тоже немножко погулять. Я нашла вот такую штукенцию. Я не знаю, попробовать. Или еще сделать стандартную фотографию с паспортом и билетом. Конечно, оригинально, это не все. И да, у меня радость, мне подарили наконец-то AirPods. Его как год назад у меня украли наушники. Вот я мучилась с непотребством, если так можно сказать. Разных фильмов, дорогие, дешевые, неважно. Но я пришла в голову, что работают у меня только AirPods и только AirPods. И мне как раз подарили. И нам осталось немножко подождать. Скоро будет наш самолет. Так что оставайтесь со мной. Мы уже перешли паспортный контроль. Вот. И ожидаем, пока влияет паспорт на рейс. Прогулялись немного по дьюти-фри. Вот. И я подумала и решила, что наш перелет и вечер, и вот это все я выложу в отдельное видео. А самое интересное, то, что будет в стране, когда я полечу, будет отдельно, так как у нас здесь много пересадок, перелетов, и я хочу, чтобы самое яркое и крутое осталось в отдельном видео. Вот, я надеюсь, вы меня поддержите, поэтому оставайтесь со мной, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если хотите, чтобы влогов было много, а я очень надеюсь, что их будет много, если я не буду ленивой жопой. Поэтому обязательно поставьте палец вверх под этим видео, подписывайтесь на мой канал, будьте со мной. Также не забывайте участвовать в конкурсе. У вас еще есть немного времени, я рассчитываю, что уже к вечеру я выложу это видео или на крайняк завтра утром. И участвуйте обязательно. У вас есть время до завтрашнего утра, до следующего моего фото в Инстаграм, по ссылке в описании участвуйте. Кто угадает, в какую страну я лечу, тот получит от меня подарок, я это уже говорила, поэтому быстро переходите в мой Инстаграм и участвуйте в конкурсе, пока у вас есть время. Я такая проста, на самом деле я миллиардерша. Знаешь, как фильма бывает? Думаете, что сейчас я во Франции, то да, сейчас мы в аэропорте Шарль-де-Голль, это Париж. Но если вы думаете, что это наш пункт назначения, то вы глубоко ошибаетесь, потому что несколько часов погулять по Дьютику, поотдыхать немного, и дальше у нас идет второй самолет. Вот. У нас только что так покормили хорошо, и парижские авиалинии. Я была в шоке, сколько мы ездим, такого еще не было. А еще не была в Шарль-де-Голле, сколько, у меня такая ностальгия. В Париже мы были года 3 назад, и это было так круто, это было так классно, но блин, прям ностальджи, вот. У кого хочу газету? Модных журналов тут нет, поэтому возьму. О, мило книжку, мило книжку. Пошли. Хочу почитать. Я все буду снимать.
Мне в Starbucks. Я в Starbucks не покажу. Когда мы были в Starbucks? Это было не в Starbucks. Как туда вниз пойти? Я не знаю, но я хочу в Starbucks. А где Starbucks? Мама, если я собираю чемодан, то буду ездить по аэропорту. Меня дяденьки в белых халатах заберут или нет? Обязательно. Моя прелесть. Господи, это прекрасно. Starbucks. Это любовь. Я хочу, чтобы там купить. А ее тут что, нету? Я правильно понимаю? Я думаю, что должно быть. Вот это не термокружка. Вот и очень. Термо. Как называется кружка? Cup? Нет. Jar? Ну, jar. Mug. Mug. Grass mug. Thank you, bye. Мы свалили и оставили меня одну, то буду заниматься изучением макулатуры, которую я набрала. Еще попробую скинуть видео, потому что в самолете я хочу начать монтировать для вас этот видос, чтобы он вышел сегодня или завтра. Вот. И также буду что-то пробовать. А напиши сейчас, что делаешь ты. Мне очень интересно. Жду твои комментарии. Мы уже добрались, уже ночь, и я напишу название аэропорта. Те, кому интересно, могут загуглить, но название страны я уже скажу официально в следующем видео, поэтому хотите загуглить название, может быть, кто-то и так уже знает. Ну, а я очень устала, сейчас мы будем ловить такси, затеряться в отель. Мы уже добрались до нашего отеля, я думаю, что я очень люблю тебе понравилось видео, поэтому буду благодарна пальцем вверх, в комментариях, кому-то же подписку. Ну а мы с вами увидимся на всем скоро.